Миша, чемодан. Вот так у нас получился. Теперь начнем с эпических. Я вот пен для начала взял. Берем красные волосы, женское лицо, броню. Вот такую деталь треугольную. Вот такую для всяких там шлангов. Черное тело, немного синие ноги. Соединяем это все. Вот так вот. Вот так. Сверху. Еще надо пушку сделать. Делается она просто. Раз, вот сюда ставим и получаем ПМ. Вот такая у нас ПМ получилась. Теперь вот так вот соединяем все. И у нас получается Фрэнк. Теперь делаем ниту. Берем вот такую деталь, такую, опять женское лицо, синее тело, серые ноги. Вот так соединяем. Это на голову и вот так. Готово. Теперь вот мы сейчас соберем Дэрила. Это сверхредкий боец. Он, конечно, похож на бочку. Так, соединяем. Вот так вот, да, соединяем. Я все снимаю, смотри туда. Ой, убежала. Потом берем любую, ну, желательно зеленую штучку, такую деталь, да. Добавляем. Потом берем вот такой красный круг, если есть коричневый, берите коричневый. Вот так вот плоскую и 4-8-пинточную. Берем вот такие штуки, две. Вставляем их по бокам. Вот так. И пушку. У меня одна, если есть две, берите две. Теперь ставим вот такие ноги. И теперь вот такой вот, вторую ногу. И у нас Дэрил готов. Вот мы берем для Сэнди, вот мы его сейчас делаем, шлем. Вот такое лицо, если у вас есть, черное тело, два кустика и фиолетовые ноги. Соединяем это все вот в таком виде. И шлем. Вот так. Сэнди готов. Делаем тару. Берем ниндзяго шлем красный. Лицо, главное, чтобы не было рта, но берите любое, у кого есть рот. Вот так вставляем внутрь. Берем тело фиолетовое, вставляем коричневые ноги и вот такие вот карты. Раз, два. Та-дам! И сфоткать можно.